В ходе реализации оперативной информации оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из Межмуниципального управления МВД России Энгельское при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии по подозрению в незаконном хранении и реализации алкогольной и табачной продукции задержан 32-летний житель города Энгельса Саратовской области. Мужчина был задержан в Макроусе в момент реализации нелегального алкоголя. В ходе проведения проверки установлено, что задержанный 32-летний житель города Энгельса Саратовской области осуществлял незаконную деятельность по хранению, перевозке и сбыту фальсифицированной алкогольной и табачной продукции на территории Саратовской области. Правоохранителями проведены обыски в 5 гаражных боксах и 2 складских помещениях, расположенных в городе Энгельсе. Изъято более 24 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции и свыше 12 тысяч пачек сигарет. В Ершовском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 32-летнего жителя города Энгельс возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Юлия Ермакова, Павел Тропин, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.